Тверской вагоностроительный завод станет якорным предприятием Трансмашхолдинга. Об этом заявил генеральный директор корпорации Кирилл Липа на встрече с главой региона. Подробности у Марии Шалавановой. Игорь Рудени и Кирилл Липа обсудили планы по подписанию соглашения о сотрудничестве между правительством региона, администрацией Твери, Союзом машиностроителей России и компанией «Трансмашхолдинг». Оно будет направлено на развитие машиностроительных предприятий и социальной инфраструктуры в регионе. Активно занимаемся развитием промышленности в Тверском регионе. И создается несколько технопарков. Смотрим относительно того, какие можно было бы дополнительные смежные производства привлечь на нашу территорию. Тверская область готова предложить новым предприятиям, которые откроются на территории региона, налоговые льготы, а также помощь в создании инженерной инфраструктуры. О том Игорь Рудени и рассказал гендиректору корпорации. Хотели бы предложить рассмотреть вопрос по консолидации других производств, которые у вас есть на иных территориях, в иных субъектах, на территории Тверской области. Как рассказал Кирилл Липа, в состав Трансмашхолдинга входят несколько предприятий, которые специализируются на выпуске пассажирских вагонов для поездов, трамваев и метро. Но основное внимание компании привлечено к ТВЗ. Он станет якорным предприятием сферы, что позволит наращивать пассажирскую компетенцию завода.